Добрый день, меня зовут Карачев Вадим. Я являюсь жителем Новосибирска и не понаслышке знаю о транспортных проблемах нашей страны, которые, по большому счету, свойственны всему миру. Наш город, который де-факто является столицей Сибири, в часы пик погружается в одну сплошную пробку. В утреннее и вечернее время все крупные улицы заполняют километровые пробки. Простых жителей спасает только лишь наличие у нас двух веток метро, которые, кстати, строятся со скоростью одна станция в 6 лет, что по сравнению с интенсивностью расширения нашего большого города просто смешная скорость. Да что там говорить? Два самых крупных города нашей страны, Россия, Москва и Питер, две столицы, просто являются одной сплошной транспортной проблемой, являются собой транспортный коллапс, из-за чего делать жизнь практически невозможно. И вы все это знаете и слышите. Но возникает вопрос, а что делать? Как нам и нашим потомкам не встать на века в одной сплошной пробке? Может быть, широкий научный мир уже знает ответ на этот вопрос? По счастливой случайности, родственной кафедрой ко мне в моей альма-матер является кафедра городского электрического транспорта. Решение, которое они предлагают, это все тоже метро, электромобили, которые без того нагружают городские дороги. И самое эффективное, что в принципе они могут предложить, это скоростной трамвай в эстакадном исполнении, эффективность которого довольно сомнительная. Я являюсь выпускником технического университета и, случайно наткнувшись ВКонтакте на группу струнного транспорта Юницкого и увидев те решения, которые предлагает Анатолий Эдуардович, я сразу понял, что именно его технические предложения могут разрешить те проблемы, которые казались уже нерешаемыми. И мои действия не заставили себя ждать. Я стал инвестором компании Rail Skyway System, одним из первых, когда у них не было даже сайта в интернете, а была лишь группа ВКонтакте. И впоследствии я приобрел второй сертификат инвестора. И я призываю всех принять участие в становлении самой крупной компании мира. Я призываю всех, кто хочет в будущем беспрепятственно передвигаться по своей стране, по своему городу и оставить потомкам здоровую планету, инвестировать в компанию Rail Skyway System, небесный транспорт, и вам воздастся сполна во много-много раз. Не упустите свой шанс. Спасибо за внимание.